эфире 10 мероприятий, посвященных празднованию столетия муниципалитета на площади Дома культуры поселка Афипского. Прошел районный фестиваль национальных культур «Венок дружбы». Проводят его у нас не первый год, но каждый раз это ярко, весело и самобытно. В рамках мероприятия организовали выставки национального быта. Каждое поселение продемонстрировало определенную национальную культуру диаспор, проживающих на территории муниципального образования. Азовский дом культуры, например, представил Северную Осетию. У нас в поселении живет замечательная семья, большая осетинская. Вот, это прекрасные люди, добрые, открытые, отзывчивые. И вот сегодня мы немножко хотим окунуться в прошлое и показать, как они жили, каким было их жилище, рассказать об их традициях. И еще самое главное, хотелось бы всем-всем сказать, что мы любим друг друга, мы народы разные, но мы живем в нашем любимом Северском районе. Мы одна большая семья. Поэтому вот традиции друг друга мы должны чтить, уважать и знать о них. Разнообразные предметы национального быта, представленные на выставке, вызвали интерес гостей фестиваля, как и ярмарка местных мастеров, где можно было приобрести уникальные товары. Работали мастер-классы в Ильском подворье, воссоздавшем традиционную русскую культуру. Например, предлагали попробовать роспись по дереву, угощали медом и пирожками. Кульминацией фестиваля национальных культур стал концерт творческих коллективов Северского, Абинского, Крымского районов, города Краснодар и соседней республики Адыгея. Северский район, широко отпраздновавший свой вековой юбилей, еще раз подтвердил звание многонационального. Более 80 национальностей, проживающих на территории муниципалитета, уважают культуру друг друга и верят в совместное будущее.